стартуем 20 минут 12, заканчиваем, когда получается 20 минут 6. Вот. У вас задача понятна, у нас завтра праздник, послезавтра еще праздник, послезавтра у меня день рождения, поэтому давайте мне подарок хороший, вот, сделаем. Ну, удачи всем, вперед, поехали, да, не торопясь. Поехали. Нет, не надо торопиться, вот чего-чего, торопиться не будем. Здравствуйте, Тимофей. Здравствуйте. А что вы сегодня делаете? Вот собираю яйцелёт. Вот так вот. Яйцелёт? Ничего себе, Blackbird. Да. Тимофей, а в чем это вот такая фишка? Что такое вообще это яйцелёты? Это какой-то шарж, наверное, да? Да, это шарж на самолет, просто такой шуточный вариант. Тем не менее, это практически полноценная стендовая модель. Она собирается так же, как обычно, из такого же пластика, ну, просто такой шарж комичный. А раскрашивать будете как его? Красиво. 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 Ой, а кто у нас здесь есть? Извините, пожалуйста. Тимофей, вы не представите? Это Светлана. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Это вторая половинка Тимофея, я так понял, да? Да, это непонятно, моя муза. Муза. Хорошо. Без нее не получается ничего. Здравствуйте, Юрий Романович. Привет. Юрий Романович, вот сегодня мы опять с вами. Это стало, традицией такой интересной. Вот, это добрая традиция. Каждый раз 31-го мы ходим в баню, а мы ходим к вам, пилотаж-арену. Да. Юрий Романович, скажите, пожалуйста, что сегодня у нас происходит? Ну, сегодня в преддверии праздника Пасхи мы решили сделать небольшой праздник, собрать модели, скажем так, из серии Eggplane и покрасить их так, как нам хочется. То есть это будет какой-то праздничный вариант, именно посвященный Пасхе или приурочен, да? Приурочен, да? Посвятить, как бы мы не очень... Светить надо в церковь. Да, светить надо в церковь. Да.
Это просто мы решили собраться, добрые друзья, уже не первый раз собираются многие из нас. Сегодня у нас заявлено было 10 команд, но, как всегда, люди опаздывают. Я думаю, что подойдут еще. Ну, так уже много людей. В настоящий момент у нас работает 6 команд. Я думаю, что получится что-нибудь интересное. Главное – собрать и оригинально покрасить модель. Вот такие правила, да? Такие правила, да. Ну хорошо, Юра Романович, тогда мы будем наблюдать за этим конкурсом. Да, вы уж наблюдайте, пожалуйста, следите за нами. Посмотрим, что получится. Давайте. Спасибо. Пока. Кстати, уважаемые друзья, у Тимофея скоро день рождения. Давайте соберем денег Тимофею. Соберите лайки. Да. Какие? Не надо мне денег, соберите просто лайки, это будет самым лучшим подарком. Ну, собак не надо присылать, это просто пальцы вверх надо ставить, да? Конечно. А то тебе же пришлют лайк. Не, ну лайки, конечно, прикольные, но мои два кота не оценят.
Третье место. За победу в праздничном турнире по сборке оригинальной окраски пластиковых моделей серии Ekplane и за подаренные нам всем радостные эмоции награждается Гончаров Александр. Третье место. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Приз Гончарову Александру. Па-ра-ба-бам. Так. За победу в праздничном турнире по сборке оригинальной окраски пластиковых моделей серии Ekplane и за подаренные нам всем радостные эмоции награждается Суслов Антон. Второе место. Па-ра-бам, па-пам. Ну и приз, понятно, что приз вот такой. Будешь с ним, не знаю, что делать. Спасибо. Решишь, что с ним делать. За победу в праздничном турнире по сборке оригинальной окраски пластиковых моделей серии Ekplane и за подаренные нам всем радостные эмоции диплом первой степени награждается Жильцов Максим, Захарова Екатерина. Па-ра-ба-бам, па-дам, пам-пам. Где? Где Жильцов Максим? Ну проходите, проходите. Проходите. Все за. Вам такой маленький скромный подарок. Ой, спасибо вам. Вот так вот. Я за тебя отрезаю. Это как раз то, что нам не хватало. Можете показать? Да, давай, спасибо. Вот. Еще напротив. Нет, напротив. Да, вот, можете ждать. Я буду вот так. К сожалению, люди все разошлись. Ломаю уже, можно ломать. Держите, я уже такой сфоткал. Вон, можете сфоткать. Спасибо вам. Спасибо еще, фотошек.